Дворец спорта «Торпедо» полон. Нет, о календарной игре речь не идет, хотя есть болельщики на трибунах и игроки на льду. Открытую тренировку для голкиперов проводит Илья Брызгалов. Воспитанник самарской школы хоккея, имеет за плечами длительную карьеру в НХЛ, выигрыш Кубка Стэнли и чемпионата мира, игры за сборную. Но для 12 голкиперов из школы «Локомотива» главное перенять вратарский опыт и мастерство Брызгалова. Подобные мастер-классы вратарь проводит не первый год, но впервые в Ярославле. Я просто хочу поделиться своими знаниями с детьми, тому, что чему я научился за все годы своей карьеры и в России, и в национальной хоккейной лиге. И постараться передать этот опыт детям, которые хотят этот опыт получать. Тренировка проходит по плану разминка. Важные технические движения. Юные голкиперы от 12 до 16 лет имеют разный опыт подготовки, поэтому занятие для них унифицировано. Ну, пока разница еще такой не чувствуется, потому что у нас разминка почти та же самая. Но я думаю, это все почувствуется к концу тренировки. Илья Брызгалов в хоккейном мире персона известная и неоднозначная. Журналистами любит шутить, но в последнем клубе в Филадельфии с прессой в итоге поругался. Впрочем, в Ярославле диалог получился. Брызгалов нашел возможным поюморить по поводу последней премьеры фильма «Легенда номер 17». Ой, вы знаете, я вот помню, да, когда мы играли вместе с этим, с Харламовым, с Фирсовым, с Рагулиным. Спасибо. Третьяк тогда еще молодой был. Сейчас Илья Брызгалов без клуба. Рекордный долларовый контракт Филадельфия выкупила. К тому же неудачное выступление на последнем чемпионате мира привело к тому, что Илью не включили в расширенный список на Олимпиаду в Сочи. Однако туда он все-таки рассчитывает попасть. Тренируется индивидуально. В августе поедет к шведскому тренеру вратарей. На данный момент я очень сильно тренируюсь. Я стараюсь себя подготовить к предстоящему сезону. В общем, готовлюсь очень, можно сказать, основательно, стараюсь качественно. У меня большая программа подготовки на все лето. Вот, и, в принципе, я открыт для всех предложений. Кстати, Брызгалов не единственный большой вратарь, который работает с нашими юниорами. Нам Семен Варламов, помогает. Егор Подомаский приходил, проводил мастер-классы. Вот, то есть с нашей школой на Судлоке, когда мы занимались. Мастер-классы Ильи Брызгалова для ярославских голкиперов продлятся еще два дня. Евгений Журавлев, Владимир Русанов. День в событиях.